Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Драконы Всадники Олуха. Так, давай посмотрим, что у нас тут. О, Мрачнозуб, наконец-то. Наконец-то он появился. На острове нет свободного места, поэтому он, соответственно, летит в хранилище. Так, Ветрокрыл. Мы, наверное, тебя сейчас отправим опять же. Пока не отправим, потому что у нас нет древесины нужного количества, к сожалению. Так, давай, лети за рыбой. Здесь у нас 20 рун дают нам. Всех остальных тоже с собой быстренько пока отправляем. За древесиной. Так, новиночка, что у нас тут? Отказаться от выгодного предложения. И здесь я ничего не буду себе брать. Так, мы хотели прокачать лохань, да? Нам нужно с тобой 90... железо. Ну что ж, давай посмотрим, сможем ли мы накопить. 80 уже, как ты видишь, есть. Нужно еще десятка. 10 железа, если мы с тобой сейчас наберем, ну, ты сам понимаешь, прекрасно все у нас тогда получится. Мы поставим с тобой лохань на прокачку. Так, тут еще 4. Кто у нас, я не помню. Ага. Итого, друзья мои, отлично. 91 железо, как ты видишь, мы с тобой получаем. Поэтому лохань идет на прокачку. Сколько она будет, ребят? 5 дней, 2... Считай, 6 дней. Это неделя, друзья мои. Неделю будет строиться. Вы что, совсем что ли? О, да. Я, конечно, все понимаю. Но неделя, это, наверное, самый долгий процесс строительства в игре. Я потому что, во сколько я играл всевозможных, ребят. Ну, там день-два, иногда это считалось очень много, долго. А тут целую неделю, да... С чего вдруг? Так можно, извини меня, на десятилетие растянуть игру. Я потом представляю, сколько будет дровница прокачаться. Наверное, не меньше, поверь мне, не меньше недели. Так, ну что мы тут с тобой? Естественно, тусклый янтарь зарабатываем. Что-то я даже нисколечко не удивлен этому. Эй, подожди. Давай-ка мы лучше тебя отправим опять в приключение. Так, Грамгильда, ты там что нам принесешь? Тусклый янтарь, как всегда. Ну, естественно. Тут либо тусклый янтарь, либо яйцо выпадет на злобного змеевика. Нет, руны. 12 штук. Я удивлен. Так, мы отправляем его дальше в приключение. В Драконий край, пускай летит. Так, сейчас мы здесь с тобой осмотримся хорошечно. Так, здесь у нас почему-то не поставлено, ни шиша было. Так, древесины нету. Древесины нету, поэтому Ветрокрыл пока постоит. Я не знаю, у нас какое-нибудь событие есть, ребят? Ого. У нас аж 2 события. Одно уже доступно, подготовка. Опрос населения идет. Надо будет обязательно к нему приступить, к прохождению. Давай-ка глянем, что у нас это за событие. Длинное оно или короткое? Оно короткое, поэтому давай-ка посмотрим. Раз, два, три, четыре, пять. В принципе, сейчас прям можно попытаться его пройти. Давай-ка мы это сделаем с тобой. Драконья демография, то есть перепись населения драконов у нас будет происходить. Так, начинается, значит, громобой плюс древоруб. Угу. Они стражи. Оба причем стражи. Хм. Ну давай, наверное, так все-таки сделаем для начала. Древоруб начинает буянить. Так, громобой. Я надеюсь, ты не будешь тут. Слава богу. Давай, наверное, вот так вот сделаем. Зря. А это сейчас пламенем, да? Шваркнет. Конечно же. Конечно же, ребят, пламенем. Шваркнет. Ну, мы тогда отхиливаемся. Мы отхиливаемся и начинаем его дальше бомбить. Так, древоруб. Что ты там? Слушай, а... Может быть, хорош? Пламя за пламенем-то выпускать. Переходим на вторую волну. Здесь у нас 2 злобных змеевика. А может быть, острокрылых. Я не знаю, как их, ребят, различить. По каким параметрам. Знаю только одно, что они оба злобные.
Так, тихо, этот уж... Этот себе еще и атаку прокачал, а? Ты посмотри, какой жулик. Добивай его. Отлично. Так, ну что, есть неплохой шанс здесь нам набить древесины, рыбы. Ну, правда, не в таких маленьких количествах, хотелось бы. Давайте что-нибудь посерьезнее. Так, мы забираем с тобой первый загадочный пак. Он, естественно, летит сразу к нам на почту. Следующий поединок нам принесет 1000 тусклого янтаря. Поехали. Посмотрим, сколько волн. Я думаю, что здесь будет, наверное, две волны. Так, тихо, это кто у нас? Душитель. Ага, две волны. И ужас, да? Крылатый. Фиол и синька. Барсик, сюда бомби. Угу. Видишь, что творит? Так, ну мы можем, конечно же, вот так вот в ответочку бомбануть. Этого сейчас распишем. Раз, два. Так, будет заморозку делать? Нет, ничего не стал делать. Переходим с вами на вторую волну, последнюю. Я думаю, обойдемся, наверное, без подхила пока. С пониженной броней. Кривоклык, ты что-то не смог сородич это бомбануть своего. Как ни странно. Так, прописываем сюда. Плюс массовый. Блин, я на самом деле нажимал на хил. С чего вдруг он просто кусанул? Я ума не приложу. Фаербол. Запустил, да? Ну-ка. Вот теперь все срабатывает. Чё себе, он как пуля прилетел прям. Ну ему крышка в любом случае. Ну и победа за нами. Давай посмотрим, что на этот раз нам достанется. Опять 50 миллионов древесины. Да чё так мало-то? Мне нужно 360, чтобы хотя бы отправить ветрокрыло на поиски железа. Так, 1000 тусклого янтаря. Так, переходим на следующий поединок, который нам принесет с тобой ареновский пак, но он для новичков. И там уже в конце будет элитный. То есть такое довольно проходящее событие на самом деле. Ничего тут суперсложного и выдающегося нету. Ладно, пройдем. Скоро, кстати, День Святого Валентина, друзья мои. Должны быть новые события, причем во всех играх практически. Ну, кроме Черепашек-ниндзя, там никаких событий уже 1000 лет нету. Вот. Последнее событие, насколько я могу понимать, это, по-моему, на... Как же у них этот праздник-то называется? У нас называется он, по-моему, Пасха, да? А у них... Как же этот праздник-то, когда у них яйца там тоже красят, вот эти вот... Типа кролики принесли яйца. Блин, я не помню, как называется праздник. Короче, вот на этот праздник у них были два персонажа придуманы. Это Бибоп и Рокстеди в костюме... А, пасхальные яйца. Пасха, вот. Так что, такие вот, друзья, дела. Это вот последний праздник, который там был в игре. А больше ничего нету. Очень жаль, что, ребята, очень много хороших игр просто закрыли. Это те же самые Angry Birds, которые, да, всем так по нраву. На самом деле, игруха очень офигенная, рисовка классная, да? Но, видишь, Ровио почему-то решила закрыть. Не знаю, чем это обосновано. Хотя кто-то мне в комментариях писал, что вроде бы эту игру выкупила какая-то другая компания и хочет продолжить. Не знаю, слух не слух, но откуда-то ноги у этих байк должны расти, в конце концов. Было бы, конечно, прикольно. Так, давай так сделаем. Я имею в виду Angry Birds Epic, про эту игру. Ну что, а здесь мы с тобой победили. Надейся, Рэй. 50 миллионов древесины, и больше тебе не на что надеяться. Это твое кредо. Ладно, мы с тобой забираем пак. Естественно, тут ничего хорошего не жди. А, шепот смерти. Так. Шепот смерти может получить разряд. А он, кстати, у нас прокачан хотя бы для этого.
Так, где же ты, шепот смерти? Вот он. Улучшить, да? Получает 10-й разряд. Но все равно, ребята, это слабенько. Тут 24-й уровень нужен. Подожди. Ага. 11-й. Вот, ребята, 11-й разряд. Ну, лаврык, блин, вот где вот этих взять, а? Молодая стрелка, крушить голов, получить дракона. 17500, вы... И другой вариант, ведь где-то же должно выпадать это яйцо. Молодой прыгун, кнут и прут, шипорез, костолом, глыба, не знаю, ребят. Что-то они мне не выпадают. Клыкокрив, ты-то как, улучшиться не хочешь? Нет, тебе нужен 24 уровень, я понял. У нас, смотри, стальной капкан. Вот две карточки найти. На тройной чемпион одну карточку найдешь, он будет 13 разряд. Пещерный скалотряс, три карточки, тоже может получить 11 ранг. То есть они все, ребят, готовы прокачивать. Громорог, но его нужно, ребят, прокачивать до 51 уровня. Громоль защитник тоже должен до 24 прокачиваться. Злобный змеевик до 24, по-моему. Да. Но мне как бы... Я сейчас не заинтересован. Это, ребята, обычные у нас драконы. Обычные. А я качаю в основном сейчас эпиков редких, улучшенных. Потому что от обычных пока, ну, профита мало вообще, на самом деле. Так, ну что у нас тут? А, их уже трое. Ну, естественно, тут начнем с древоруба, потому что я не особо жажду его на фаербол здесь получать. Громорог. Так, змеевик. А, древоруб. А он все равно сейчас пыхнет. Он все равно пыхнет. У него на трех энергиях, ребята. Е, вырубили мы его. Давай сюда, наверное, сделаем атаку. Я думаю, что мы успеем хильнуться. Да, успеваем. Сюда атакуем. Ну, я думаю, Барсик добьет. Он, по идее, фиол против синих. Да, он добивает Громорога. Ну, а ты что? А ты ничего. Ты просто погибаешь тихенько, да? Нет, он еще на дорожку все-таки гаркнет разочек. Так, у нас еще впереди волна, так что не расслабляемся. Ага. Мощный, мощный чувачок. Так, тут тройной удар, я смотрю. Водорез. Давай бомбим. Отлично. Ну, дальше будет попроще все. Водорез, тройной удар. С ними-то уж мы как-нибудь расквитаемся. Давай начнем отсюда. Кусаем. И остается водорез. Раз. И, в принципе, все. Отлично. Вот, совсем другое дело. Совсем другое дело. Ну, получается, у нас последний поединок. И получим с тобой элитный ареновский пак. Ну, на самом деле, да, событие легкое, соответственно, и награды тоже так себе. Но для галочки мы с тобой должны были это пройти в любом случае. Во-первых, это халявный набор ресурсов, потому что каждый раз после боя мы с собой крутим рулетку, и пускай даже не очень много, но все-таки ресурсы выпадают, и это очень круто. Так, минус шепот. Давай, наверное, атаку сделаем. Да что же вы все кривоклык-то моего бомбите? Вот он вам покоя-то не дает, а? Ты посмотри. Еще и понизили ему защиту. Так, вырубили.
Будешь делать какой-нибудь... Ох ты, у него суператака пламя. Не знал, если честно, что у него пламя. На следующий ход я хильнуться хочу. И я успею, потому что он промахнулся, ничего нам не сделал. Здесь мы кусаем. Здесь делаем отхил. И добиваем. На последней волне, ребята, у нас Хоферсон, да? Получается, Босяцкий. Вот это вот кислотник. Начнем вот так, наверное. Отхиляемся. Нам бы добить этого Присеголового. Хофер, блин. Ё-моё, пламенем сейчас будет жарить. Ай-яй-яй, не успел. Чудом просто каким-то выжил у нас Кривоклык. На тебе. Надо зеленого бомбить. Стража. Так, он хиляется. Ну, естественно, это сородич Ветрокрыла. Да, блин, как ты долго разбираешься-то, а? Это еще хиляется. Как бы мне не хотелось, чтобы вот этот, ребята, сделал свою суператаку. Но он, по-моему, не отравляет. Он вроде бы и не в сон гоняет. Он что-то он делает такое противное, ребят. По-моему, кислота все-таки у него. Точно сейчас тебе не скажу. Но мы с ним как-то дрались, я помню. Была разборочка у нас с ним. Ну, а Хоферсон, я тоже не помню, что у него за мощная атака. Надо было броню ему понизить. Что-то как-то вообще мы его разбираем еле-еле. А он так хорошо вмазывает. Молодец, Барсик, по красоте. Ну, 125 миллионов древесины тоже, я считаю, неплохо. Спасибочки. И забираем с тобой уже ареновский элитный пак. Открываем. Шторморез, лаворык, шипорез, костолом, дымодышащий. Ага, барсик и вепрь. Плюс у нас тут по сезонке. Так. Дальше у нас вот здесь пак Одина. Загадочный набор. Так, древоруб, шторморез, крылатый ужас. Четыре этих, четыре руны. Ну что, Ветрокрыла сразу же я, наверное, отправляю за железом. Лети. Блин, рыбы маловато. А прокачивать нужно нам с тобой, блин, динозавров. Ой, драконов. Так, тебя мы отправим на поиски. Ну, давай. А, мрачный зуб. Он у нас найден, да? Огнепек. Вот иди ищи огнепека. Так, у нас еще с тобой сколько там? 275 дерева. Маловато это будет. Эти-то что у меня принесли? Корма плюс янтарь. А ты? Грибы и опять же янтарь. За древесиной. За рыбой. Тоже за рыбой летите. Летите, ищите. Так, скалотряза туда. Этого за рыбой. Кревет, а ты что сидишь? Давай за рыбой лети. Угу, вот еще у нас железо тут с тобой. 397. Отправляем. Отправляем его за железом. Железо нам, ребят, пригодится. Так, здесь получаем и, естественно, награда. Что там в награде? 500 цветочков Фреи. Итого уже 1540. Боюсь, ребят, не успеем. 16-й день. Никак не получится у меня на слюню накопить. Обидно, конечно.
Так, давай, 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 лети, лети, обучайся, прокачивайся. Ледоморт скоржал. Тоже лети, обучайся. Все, полетели ребята прокачиваться довольно-таки. Так, у нас с тобой нету ни одного пака. Все рыбацкие хижины заняты. Это плохо. Так, вернись. Я все прощу. Нехватка. Ну, а ты мне что принес? Два железа. Плевака. Гарантированно. Ну, отправляем вот так вот. Для того, чтобы прокачать, сколько нам нужно с тобой железа? А, тут не только железо, тут еще надо и домики прокачивать. Шестьдесят железа, друзья мои, нужно, чтобы прокачивать домики. А, пупеть. Здесь у нас бесплатный пак. А сейчас мы его откроем. Громобой, ловорык, водорез. И вот этот. 6 монет Одина. И шторморез, крылатый ужас, душитель. Так, ну что, ребят, теперь предлагаю пойти, наверное, все-таки на арену. Вообще, видишь, голяк. Как бы нам нужно с тобой заработать паки. Давно такого не было, если честно. Чтобы мы были без паков. Так, ладно. Какая красота. Они ходят первыми. Ну что, поехали потихоньку. Раз, два. Так, фиолочка против синих. Давай, наверное, мы сделаем следующим образом. Опа. И добивочка. Так, у них уже минус один боец. Громоль. По тройному, наверное, будем бомбить. Ух. А чё так жестко-то? Чё так быстро мне вырубили барсика? Ну, тройной удар не ожидал. Я тебе, конечно, такой пакости. Ну чё, отхилом? Уничтожим его, да? А вот и Громль остается один. Фаербол свой сейчас запустит. Как же без фаербола-то? А вот то, что я ему не понизил броню, вот это плохо. Надо было сразу же понижать, и все было бы хорошо. Сейчас опять... Нет, не стал он делать фаербол. Вот сейчас мы ему понижаем и добиваем. Вот так. Ну, здесь смотри, пристиголовый плюс Громль и опять же тройной удар. Тут два, как бы, сейчас злейших противника. Пристиголовый плюс тройной удар. Давай, наверное, попробуем все-таки разобраться с тройным. Потом с пристиголовым. Ну, а дальше уже Громль. Так, ну что, минус. Здесь, наверное, ничего пока делать не будем. Просто укусим. Этот удар, я думаю, мы перетерпим. Ау. По-моему, сейчас уничтожит, да? Ну, естественно, ну как же он пропустит? Нет, ребят, не пропустит он ничего. Блин, очень плохо, что у нас мало здоровья здесь. Мы можем сделать с тобой следующий ход. Зеленый против фиол. Отлично идет. Так. Давай-ка мы завербуем этого чувачка. Пускай помогает нам. Так, и пока он, ребят, под нашим контролем. Он сейчас, наверное, фаербол выпустит. Скорее всего. Было бы неплохо, если бы он это применил. Замечательно. Мы дальше вешаем на него слепоту и продолжаем его бомбить. Он опять фаербол. Если бы не было бы слепоты, ребят, мы бы уже все отдуплились, поверь мне. А так живем. Живем, цветем и пахнем. Шикарно. Ну и, надеюсь, последний у нас поединочек здесь. Ага. Этого не надо здесь оставлять, паренька. Так, Громль, успокойся там.
Почему он так много наносит урона? Ну как красный против... Не знаю, ребят. Я не вижу там никакой классовой этой. Ух-ху-ху-ху-ху. Что, у него там следующая атака будет жесткая, получается, что ли? Да, сейчас пламенем фыркнет. Трындец. Я офигею, ребят. Не, молодец, Барсик. Не растерялся, круто сделал. Вот это вот фигня. Ну, крышка ему, короче, Барсику нашему. Он еще и атаку себе повысил. Он еще себе атаку повысил, да. Этот сейчас начнет с усиленной атакой. Ух, бомбить. Пожесткачу, конечно. Этот глушить будет. Промахнулся. И ты себе еще атаку... Вы что, совсем что ли уже, а? Припухли, я смотрю, парни. Блин. Ага. Сейчас фаербол, конечно, заряд. А, у него усилено все, ребята, ему крышка. Нам повезло. Так, ну что, ребята, мы с вами получили два обычных пака плюс один редкий. Начнем, наверное, с редкого. И плюс забираем с тобой пак вождя. Шторморез, древоруб, кошмарный пристеголов, громыль, громобой защитник, водорез и кривоклык. Отлично. И забираем здесь еще свою маленькую наградушку. Свою маленькую наградушку. И, наверное, все, ребят. На сегодня, по-моему, да. Древесины мало, рыбы и того меньше. Следующий у нас будет доступен через 17 часов, ребята. Это хитрый против стремительных. Обязательно пойдем на это событие и обязательно попробуем его пройти. А на этом, друзья мои, я буду закругляться. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков. Удачи вам!